Во-первых, мне нужен нормальный Wi-Fi, чтобы загрузить видео, которое весит 5 гигабайт. И еще мне нужно поучиться. Не могу учиться дома, ну вообще не получается. Капец как не получается. Поэтому я пойду, возьму кофе. Просто все равно пойду за кофе, так что посижу, сделаю свои дела, всякие там презентации, домашки и так далее. Сегодня сидеть за курсач 100%. Вот, остальное подпозже. Сегодня делать курсач, потому что домашку сегодня сделала. Одну точно. Вторую, как это, если как получится, может, текст просто переведу. Вот, и все. Так что, рюкзак надо подкладывать. Ну, не знаю, давай этот рюкзак, нужно тоже что-то придумать. Вообще, мне идет чехол на него. Как чехол, сумка, типа. Такая вот сумка-чехол. Но она еще не пришла. Еще идет подарок Лене. У Лены день рождения через неделю. Вот, а ее подарок до сих пор не пришел. Хотя я заказала его за месяц. Заказала его в Китае, потому что в Украине то же самое, тоже с Китая, тоже без гарантии. И это будут часики. Лена не смотрит эти видео, я уверена, нет на это времени. Так что у него будут тоже часики. А я пойду. Мне очень нравится зеленый цвет. Мне кажется, мне идет зеленый. Смотрите, какие у меня сегодня классные глаза. Они голубые. Это значит, что хорошая погода, и сегодня дождя точно не будет. Такой вот, имейте прогноз на мои глаза. Просто гляньте на эту погоду. Она прекрасная. Солнышко и тепло. Еще грязи, конечно, куча. Потому что здесь никто никак не сделает нормальный асфальт. Вообще можно было бы идти нормальным путем, обойти все по кругу, но это было бы очень долго. Поэтому я иду так. Надеюсь, в этой кафешке есть Wi-Fi. Если нет, надо будет искать какую-то другую. Мне нужен им Wi-Fi и розетка. Потому что телефон может сесть. А Wi-Fi не нужен, потому что мне нужно загрузить очень большие файлы. Да вообще, телефон на интернет — это классно, пока ты не использовал максимальное количество гигабайт. У меня типа Live, и ты используешь там такого-то количества, и оно на полной скорости, а потом оно уменьшает скорость, и ты грузишь полгода, все. Еще надо идти в автошколу. Мне кажется, сейчас там занятиями нужно список врачей пройти. И я буду проходить все в онлайне. И не получается ходить вообще никак, потому что я уезжаю. Лес. Не знаю, мне кажется, очень довольная морда, что мы поехали в лес. Это Цюрупинский лес. Он искусственный, но он прикольный. Мне даже рада, что он искусственный, потому что здесь можно просто ходить. И здесь нет таких вот хащ. То есть ты не потеряешься. Ну как не потеряешься? Мы с мамой не расставили машину. Кота ушли в лес, а потом не могли ее найти. Если мама дальше идет. Послушайте. Это просто звуки леса. Остатки пиццы и очень красивый лес. Правда, очень холодно. Обожаю звуки леса. Именно когда вот все так шурудит. А мы решили, что здесь очень холодно. Поэтому поедем в Голую пристань, где я... Как бы странно не звучало, но я в многих городах своей родной области просто не была. Ну и селах тоже. Так что, ну, там, где не было, нет моря, там я точно не была. И единственное, что меня раздражает, это то, что люди свиньи. Причем всегда раздражают. Так выглядит набережная Голой пристани. Так, холодно чуть-чуть. Вот по флагу видишь, ветерок есть небольшой. Тут довольно симпатично, но мне кажется, было бы солнце и тепло было бы намного лучше. Взяла шапку и берешь мамин шарф. Нет, ну на самом деле симпатично, по-моему, носу видно, что не сильно то и тепло. Вчера было плюс 20, сегодня плюс 10. И дождь. Туда сейчас дождь пойдет. Я не хочу дождь. Хочу солнце. Еще набережная. Какой-то памятник. И палац спорта. Кстати, прикольно. Палац спорта для маленького городка.
могли пропустить растения. Мама пошла смотреть растения. А я не сильно по растениям. Я чисто по технике, по декору для дома. Вот я что-то поэтому. А мама любит все садить везде. Не знаю, когда вот такая погода, мне кажется, я становлюсь какой-то мрачненькой. Мне вообще серый цвет не идет. И поэтому, когда все серо, я тоже становлюсь какой-то такой странной. Вот цвет кожи мне меняется. Вот. Ну, рука видно, что на улице не сильно это тепло. На самом деле, мы хотели пойти в какую-то кафешку, но в голой пристани. И не знаю, где там есть кафешки. Возможно, просто мы плохо искали, но мы были возле автостанции, там было 3 кафешки. В одной это была типа как пивнушка, она не работала, а в третьей были какие-то похоронные штуки, в общем, да. Поэтому мы... Кажется, мама вернулась. Поэтому мы поедем в какую-то кафешку. Просто выпить что-то горяченького, какого-то чая. Или, не знаю, или кофе, или чего-то такого, потому что погода, ну, просто сейчас видно, по-моему, по вот так, что все серенькое, просто серенькое. Ой, вчера была классная погода, прям до вечера было солнышко, но Настя уехала во Львов, Лену не вытащишь, Денис на работе, Саша в рейсе, и да, было так печально, хотела куда-то с кем-то пройтись, не хотела идти одна. Но все продержались на учебу, потому что учеба уже началась. Вообще у некоторых людей с февраля месяца уже было похождение в университет, а у нас только с марта, при том, что я приеду только 10-го. У нас просто наполовину, то есть половину ты сидишь дома, половину ты ходишь. Я не люблю такую фигню, потому что это реально такая пустая трата времени. Я бы лучше осталась бы, я бы решила все бы с ресторанами, с кафешками. Приехала бы и была больше с мамой, бабушкой, дедушкой. Ну, по-моему, это логично, потому что все мои друзья уже как бы... Как вам объяснить? Вы вошли в тот возраст, когда у вас уже есть свои отношения, свои семьи. Некоторые становятся мамами, некоторые женятся. И, в общем, вы не можете уже настолько много общаться. Это неплохо, это хорошо. Да, тем более, наверное, еще проблема в том, что Киев огромный. То, что для нас, там, для Херсона, например, для какого-то еще города, который поменьше, 2 часа, это вообще, это же не город, это же далеко. Для Киева это, ой, это еще Киев, а еще в пробке постоишь, ну, через 3 часа, возможно, доберешься. И да, из-за этого, конечно, есть некоторые вещи, типа, мы учимся, там, живем в одном городе, но нам друг другу ехать около часа, даже, может, больше. Такая взрослая жизнь. Хоть общаюсь смс-ками, и это как бы смс-ками, звонками, это уже хорошо. Поэтому, когда же Саша, мне становится чуть скучно. Тем более, я могу провести время со своей семьей, и это очень классно. А когда приезжает Саша, я провожу время больше с ним. Вот так вот. У меня волосы почему-то... Я просто когда их высушила, не досушила, и сделала хвостик, и вот он волны. Я жду, когда будет тепло. Прям каждый день. Прям вообще каждый день солнце. Вот это моя идеальная погода. А еще нужно купить какую-то тоналку с SPF-ом. И да. Я думаю, что когда буду покупать такую дорожный вариант, я куплю себе тоналку с SPF-ом. Правда, как я поняла, дорожный вариант, если делать такую прям максимально бюджетную косметичку, это бренды типа LCF и... Glambi, по-моему, так он называется. Кстати, я сегодня купила блеск. Глянем, как он называется. Волосы падают в глаза. Я купила очередной блеск. Вот. Как это его показать? С того, что он такой прозрачный. Короче, это вот такая вот фирма. Он просто обычный, без ничего, потому что я же купила в прошлый раз от LCF цветом, и не под каждый макияж, когда я вообще почти не крашу, там делаю максимум там контур и все, он мне вообще не подходит. Нужно делать какие-то более яркие глаза. А когда у меня не яркие глаза, оно не сильно прикольно смотрится. Поэтому я взяла обычный прозрачненький блеск. Не знаю. У меня он подойдет. Я беру именно блески. И даже не гинички. Гинички мне не сильно увлажняют губы, а блески больше как-то то ли держат влагу внутри, то ли не знаю почему, но мне они очень подходят. Я не люблю помады. Вот помады... Я рука устала. Помады я не люблю. Я не люблю помады. Вот честно. Вот не люблю их и все.
Я их быстро съедаю. Может, потому что я часто прикусываю губы. Я их очень быстро съедаю. С блеском так не происходит. Блеск, во-первых, он бесцветный. Чаще всего или имеет какой-то легкий такой розовый оттенок, и это классно. А вот с помадами вот вообще не люблю помады, мне неудобно с ними. Вот что помада была мне прям удобная, это будет очень редко. Вот, не знаю. Ну, хотя у меня губы и так пухлые, и плюс они еще имеют цвет. Это очень хорошо. Кава дешевле. Надо сюда ездить каву. Начинается утро воскресенье с того, что сейчас я буду смотреть новую серию «Постучись в мою дверь», и почему-то конкретный пересвет. Сначала я вытираю ноутбук от пыли и всякой фигни, потому что смотреть новую серию на красивом экране, а не заляпанном. И он наконец-то загрузился. Самое обидное, что первые серии выходят в ВКонтакте. ВКонтакте в Украине не работает. Надо включать VPN, а с VPN иногда браузеры тормозят. Пожалуйста. Сколько там по времени? 2 часа 10 минут пройдут. Очень интересно. Хотя я скоро буду идти учиться. Ну, хотя бы чуть посмотрю серию. Ну, походу, он не спойл в этой серии ничегошеньки, поэтому просто посмотрим, как они друг друга ревнуют. Просто гляньте на эту погоду. Мне нужно солнце. Срочно. Я не могу решить, в какую кафешку мне идти. Учиться. Наверное, все-таки вот туда, куда я не ходила еще учиться. На самом деле, дома очень скучно. Очень. Поэтому надо куда-то пойти, чтобы там были люди. Да. Я чисто такой человек. Просто гляньте на эту серость. Ну, давай, весна. Давай, надо, чтобы было только тепло, еще солнышко. Это мне очень грустно из-за этого. Что ж, я иду домой. Я была у мамы еще на работе. И мама всегда говорит, что нужно проглотить лягушку. Вот. Лягушка, в моем случае, это дипломная курсовая. Я максимум пишу одну страницу в день, и я очень устаю. Честно, это гипер странное занятие. Гипер ненужное занятие. Я надеюсь, что на курсовую посмотрят типа а-ля 10 и все, а вот диплом сложнее. До диплома еще 3 месяца, вот, а до курсовой несколько недель. И у меня готово максимум страниц 5. Когда я эту штуку уберут вообще? Это бессмысленная трата времени. Поймут меня все студенты и все, кто писали когда-нибудь курсовые. Это пустая трата времени. Никакие ваши знания это не показывают. Максимум то, что вы сошли с ума и этим занимаетесь. Точнее, сошла с ума Министерство образования. Задание звездочка, чтобы телефон не упал тебе на лицо. Знаете, когда вы сегодня с мамой разговариваете про то, что чурчхела в магазинах вот обычных, она невкусная, и твои рекомендации вечером. Вот в Инстаграме реклама, которую тебя убивает, это чурчхела, лучшая чурчхела в Украине, как сделать самому чурчхелу и так далее. Это я еще не всю ленту в Инстаграме пролистала. Нас не послушивают. Не, вы что? Какое послушивание? Никакого послушивания. Это все чисто с того, что вы ищете в интернете. Хотя я ничего не искала. На самом деле становится страшно, что знает его телефон о тебе. Выберу новый маникюр и готова показать вам этот ужас. Вот так это выглядит дом. Да. У меня было куча учёбы, у меня есть оправдание. И посмотрим, как выглядит будет после. И вуаля. Они тёмно-тёмно-тёмно-тёмно-вишнёвые. Вот. Наконец-то мои ногти выглядят нормально. Это просто кайф. Девочки поймут. Ну, это ненадолго. Я через месяц полтора сделаю опять, потому что очень много учёбы. Я сегодня позавтракаю дома. Это очень странный вариант. Я купила всякие штучки, и, если честно, я обожаю завтраки в отелях. Обожаю, вот честно. Потому что можно выбрать очень много всего и сделать такую сборную солянку. Поэтому я люблю такие завтраки делать и дома. То есть купить различные продукты. Мне нравится мой новый цвет ногтей. Да, и теперь смотрится нормально. В общем, купить разные продукты
соком, с водой, с кофе. Хотя кофе я выпила с мамой уже утром, но это не важно. И вот так вот позавтракаю. Думаю, я позавтракаю, если мне получится писать диплом, курсовую, точнее, здесь, я пойду в какую-то кафешку. Возьму себе какой-то сок. Что мне с языком? Какой-то чай, сок. Хотела сказать чай, сказала какое-то непонятное слово. Вот, так что покажу вам, что я купила для варианта завтрака. Блин, мне волосы везде лезут, их только помыла, они везде мне лезут. Девочки поймут. Кстати, я накрасилась за 5 минут утром. Ну, как бы а-ля накрасилась. Сделала себя не такой бледной. Хотя я никогда не бываю бледной. Вроде. Вот из-за цвета волос. Вообще, думала сделать зеленые ногти, но потом передумала. Они такие вот... Спелая вишня, вот, сказала, что спелая вишня. Очень быстро, что я купила для завтрака. Я купила вот эти вот бургеры от этой вот фирмы, я их обожаю. Да, они сладковатые, я понимаю, что они не полезные и так далее, но они крутые. Я разрежу булочку пополам, половина будет соленая, половина будет сладкая. Бургеры, ну, основа для бургеров. Оливки без косточек, черненькие. Черненькие мне сейчас хочется больше, чем этих... зеленых, потому что они слаще. Тоже такой вот сырок для бургеров. Чеддер. Вроде вкусный, когда я убрала. Вообще не полезный, конечно, но ладно. Я взяла такую вот нарезанную колбаску. Может положить обычную, но я решила взять нарезанную, потому что не факт, что я ее быстро съем. И то, что... А, еще соленые. Я нашла соленые. Еще янтарь. Обычный янтарь. Ничего особенного. И мне очень почему-то понравилась эта баночка. Я не знаю, вкусно или нет. Это джем апельсиновый. Суп во всех отелях обычные джемы, поэтому будем кушать и джем. У меня будет просто обычная минеральная вода и сок. Чайник. Вот так вот выглядит мой завтрак в таком вот купленном виде, так скажем. И где-то был чек. А я вот такие оставила. Сейчас. И чек. 154 гривны. Это входит мне не на один завтрак, поэтому самая дорогая покупка это именно этот джем. Хочу попробовать. Я еще не видела эту фирму. И апельсиновый. Апельсиновый джем, ребята. Это должно быть очень вкусно. Надеюсь. В общем, я буду завтракать. Что там такое? Ты его вытирали салфеткой. Буду завтракать. И всем приятного аппетита. Или не знаю там, что вы там делаете. Вот чек, я ближе просто покажу. Та-дам. Я одна не понимаю, как работают Укрзалезницы. В общем, Укрзалезница уже как час открыла места в купешках, но мне нужен плацкарт. Потому что, во-первых, мне стрёмно ездить одной в купе с знакомыми людьми. Это, по-моему, довольно логичная штука. С кем-то, то да, купешки лучше. Но одна я в купе не поеду с незнакомыми людьми. Да, можете считать, что я, не знаю, что-то боюсь, но, блин, по-моему, это нормально. Так, в общем, уже как даже больше часа, наверное, заходила, и плацкарт не открывают. Открыли только купешки. Вот просто объясните мне логику. Укрзалезницы. Почему нельзя просто открыть новые билеты для какого-то определенного рейса? И все. Вот все билеты, которые там, хотя бы вагон, откройте мне еще один. Потому что там осталось только вот эти вот боковые, которые я терпеть не могу. Боковые, да еще и верхние. Уже лучше поехать в другой день. Не понимаю, Укрзалезницы. Надо написать как-то курсовую, но мне лень. Наверное, мне просто обидно, что я трачу свое время на какую-то ерунду. Да, курсовая — это полная ерунда. Как и диплом, кстати. От того момента, как я пришла домой, прошло уже куча времени. И я ничего не сделала, кроме того, что я позавтракала, и все. И это очень странно, потому что, блин... Я не могу дома учиться, я не могу компьютер взять и начать что-то делать. Ну, не получается. Я не знаю, почему. Мне кажется, это из-за того, что прошел уже год. Вот на секундочку, будет год карантина, год, как я учусь дома, и уже не получается, честно говоря. Поэтому нужно куда-то выйти. Ну, куда? Вот куда пойти? Я не знаю.
Вот буду сидеть и думать, куда мне пойти, потому что мне нужно делать курсач. Да, надеюсь, курсовую. А я уже кучу времени сижу дома. Обожаю это. Я обожаю этот гольфик. Это мой любимый гольфик. Он черный, и он мне обалденно как нравится. А еще из пересвета и все вот. Вот кто не верит, то, что свет как бы что-то меняет, вот это пересвет. Он высветляет все лицо, поэтому оно кажется большим. Еще пересвет с того, что я черное дело, а на улице серость. Надо же, куда мне пойти, чтобы поделать домашку. Не знаю куда. Я в раздумьях. В очень сильных раздумьях. И я вечером иду за сладким. Не знаю, как у вас, но у меня после учебы хочется сладкого. Именно сладкого. Ничего там мясного или чего-то там калорийного такого, типа чисто как в Макдональдсе. Мне просто хочется сладкого. Тупо хочется сладкого. Я написала еще 2 страницы по курсовой. С 25 у меня есть 5 страниц. По-моему, это победа. Нет, сдать ее до 20-го. И, блин, я надеюсь, они с собой вникать не будут, потому что я называю эту дипломную «Вода водой с водой». По-моему, об этом уже говорила, но это реально правда. Вообще, я пошла за сладким. Свет очень странный. Ну, на улице уже темно. Вообще, хочу имбирный чай. Имбирный чай и сладкое. И ничего, что скоро лето, и надо худеть. У меня в планах это быстро скушать, поэтому я взяла вот такой вот чай и заварнушки с кремом. Это около 70-80 грамм получилось. Чай, кстати, вкусный, но я больше люблю лаваться или как его так, лавары. Заварнушки я не пробовала никогда. Надо, кстати, попробовать. 240 грамм. Он очень маленький. Вот такая вот штука. Называется «Жор на ночь».